Пять ошибок, навсегда изменивших мир 5 ошибок, навсегда изменивших мир 8 часов ровно Знак авторского права Deposit photos remains Открытие Знак авторского права Deposit photos remains Москва, 16 декабря РИА Новости, Альфия Никеева Многие важные открытия сделаны случайно или по недоразумению. Не всегда их значение удавалось оценить сразу, но рано или поздно они позволяли человечеству совершить громадный шаг вперед. Как научные ошибки меняют историю в материале РИА Новости. 17 октября в 15 часов 27 минут российские химики создали сверхчувствительный детектор ядов «Жизнь» заиграла новыми красками до середины XX. Века большинство европейцев носили одежду серого, белого и коричневого цветов. И дело было не в моде или вкусовых предпочтениях позволить себе яркие вещи могли только очень богатые люди. Большинство красителей получали из природных материалов, которые быстро портились и поэтому дорого стоили. В 1856 году профессор Королевского химического колледжа в Лондоне Август Вильгельм Гофман поручил студенту-химику Уильяму Генри Перкину исследовать анилин, выделенный из каменноугольной смолы. Ученый надеялся получить хинин, который в то время использовали для лечения малярии. Вместо искомого соединения Перкин выделил странный темный порошок. Он растворил его в спирте и увидел, как цвет изменился на ярко-фиолетовый. Как выяснилось впоследствии, этот порошок хорошо окрашивал шелк. Полученное вещество Перкин назвал мавеином, ушел из науки, основал первую в мире фабрику по производству искусственных красителей и разбогател. Впоследствии ученые стали делать из каменноугольной смолы красителей и других цветов, что поставило крест на индустрии натуральных красок. Не всегда полезно мыть руки. 23 сентября 2016 года, 17 часов 41 минута подсластители не вызывают рак заявляют ученые британские ученые не обнаружили никаких намеков и экспериментальных свидетельств в пользу того, что употребление сукралозы и других подсластителей увеличивает вероятность развития рака. В 1879 году химик Константин Фальберг в лаборатории университета Джонса Хопкинса, США, исследовал свойства битума. Вернувшись домой, ученый забыл помыть руки и сел ужинать, но вся еда казалась ему сладкой на вкус. Тогда он вернулся в лабораторию и по очереди стал изучать посуду, в которой производил опыты в этот день. Выяснилось, что вещество со сладковатым вкусом, осевшее на его пальцах, продукт смешения ортосульфобензойной кислоты с хлористым фосфором и аммиаком. Ученый назвал его сахарин, а через несколько месяцев в соавторстве с коллегой Эрой Ремсин опубликовал статью о синтезе нового вещества. Но научный мир встретил это открытие сдержанно. Только когда в 1884 году Фальберг запатентовал химическую формулу сахарина и наладил его промышленное производство, искусственный подсластитель стал невероятно популярным. Врачи прописывали его от головной боли, ожирения и тошноты, а с 1907 года стали рекомендовать диабетикам в качестве сахарозаменителя. Таинственные лучи. 23 июня 2016 года. 14 часов 35 минут, рентген помог ученым застать черную дыру киллера. В момент убийства астрономам впервые удалось промотать время назад и проследить за тем, как сверхмассивная черная дыра в центре далекой галактики. Свифт Чей 57 захватила и разорвала на части звезду, пробудившись после долгой спячки. Вильгельм Конрад рентген изучал электрические разряды и свойства катодных лучей в стеклянных вакуумных трубках, часто допоздна засиживаясь на работе. Так было и 8 ноября 1895 года, когда, выходя вечером из лаборатории, он заметил странное свечение. Это светился экран из синеродистого бария, за которым находилась катодная трубка, физик забыл ее обесточить по окончании опыта. Рентген выключил трубку и свечение исчезло. Это так заинтересовало ученого, что он начал экспериментировать. Ставил перед трубкой разные предметы и проверял, отражают они лучи или пропускают. В конце концов рентген поместил перед трубкой свою руку и заметил, что она просвечивает на изображении, проецируемом на экране. После этого исследователь заменил трубку фотографической пластиной и получил первую рентгенограмму. Это был снимок руки его жены, который впоследствии облетел весь мир. В 1901 году рентген получил за свое открытие Нобелевскую премию по физике. CC0, снимок, сделанный рентгеном 23 января 1896 года. Снимок, сделанный рентгеном 23 января 1896 года, еще немного о пользе грязи. Шотландский бактериолог Александр Флеминг славился своей неаккуратностью. В его рабочем кабинете реактивы, инструменты и еда лежали в перемешку, а чашки Петри, используемые для культивирования бактерий, лабораторные сосуды мылись очень редко. Именно это обстоятельство позволило Флемингу совершить два крупных открытия, одно из которых произвело настоящую революцию в медицине. Сначала в 1922 году ученый, простудившись, высморкался в чашку Петри, где росла бактериальная культура. Через некоторое время он вспомнил про этот сосуд и решил его проверить. Оказалось, что все микробы в нем погибли. Так Флеминг открыл новое вещество, обладающее антибактериальным действием, лизоцим. Осенью 1928 года после месячного отсутствия исследователь вернулся в свою лабораторию и на одной из пластин с культурами стафилококков заметил плесень. При ближайшем рассмотрении это оказались грибки вида. А вот микробов в чашке уже не было. Флеминг решил, что плесень вырабатывает убивающее бактерии вещество. Через полгода он сумел его выделить и назвал пенициллином. Так началась эра антибиотиков. CC slash 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 media, ак слаш айм слаш слаш 32, медиа 32192. large GPS слаш. Профессор Александр Флеминг, открывший пенициллин. CC slash AIDS slash, slash media I'm Ak, slash, I'm slash media lip slash slash. 32, media 32192. Large. GPA slash. Профессор Александр Флеминг, открывший пенициллин. Только за годы Второй мировой войны пенициллин, способный лечить множество болезней от пневмонии до туберкулеза, спас около 200 миллионов жизней, а сам Флеминг за свое открытие получил в 1945 году Нобелевскую премию. Лекарство от сердца лечит любовь первое в истории лекарства для лечения эректильной дисфункции, иными словами, импотенции изобрели совершенно случайно. В 90-х годах прошлого века сотрудники фармацевтической компании Pfizer работали над созданием препарата от стенокардии и ишемической болезни сердца. Исследователи хотели получить вещество, которое заставляло бы кровеносные сосуды расширяться, ведь при стенокардии сердце ощущает недостаток кислорода. Однако клинические испытания раз за разом проваливались. Либо препарат UK92480 не оказывал никакого действия, либо эффект был очень недолгим, а постоянный прием лекарства вызывал у добровольцев мышечные боли. Знак авторского права. Deposit photos slash underscore Формула селденофила, торговое название Виагра первого в мире лекарства от импотенции. Знак авторского права. Deposit slash underscore Химическая формула селденофила, торговое название Виагра. первого в мире лекарства от импотенции. Таблетки вызывали еще один побочный эффект, на который исследователи вначале не обратили особого внимания. Через несколько дней приема у добровольцев улучшалась эрекция даже в тех случаях, когда мужчины не помнили, когда она была у них в последний раз. Компания снова организовала клинические испытания, на этот раз успешные, в которых приняли участие около трех тысяч добровольцев. В начале 1998 года лекарство, получившее торговое название Виагра, поступило в продажу.